Ох, какая! American Supermodel, представляю. Во-первых, она высока, стройна и прекрасна. Должно быть что-то так странное, наверное. Какая-то должна быть странная песня. Здравствуйте, меня зовут Ева Власова. Честно говоря, я не готовила какую-то специальную речь. Я была уверена, что я выйду на сцену и скажу то, что подскажет мне мое сердце. Но кроме того, как оно бешено колотится, я больше ничего не слышу, поэтому, наверное, лучше я просто спою. Да что же несесть, не волнуйтесь-то? Волнуется сильно, да. Но хотя тоже... Нет, я понимаю, волнение — это нормально. Спой, пожалуйста, хорошо. Вай, как интересно. Ты надеваешь каблуки уже не для него. Не отвечаешь на звонки в душе цунамину. Ты так, кто мне возьмет руку, даже если трясет воспоминания. А это не вкусно. Да пошло оно к черту все. Номер его блог, в инстаграме бан. Он явно не тот, кто был богом дан. А в душе зима, снегом замело. Этой ночью не до сна, но ему на зло. Девочка, танцуй, все придет так скоро. Разгоняй тоску, он того не стоит. Девочка, кружи, танцы с этой болью, выжигая чувства крепким алкоголем. Девочка, танцуй, завтра будет солнце. Слезы не к лицу, ему все вернется. Девочка, кружи, с этой болью в танце. Своим чувством больше не оставишь шансы. Девочка, танцуй, все пройдет так скоро. Разгоняй тоску, того не стоит. Девочка, кружи, танцы с этой болью, выжигая чувства. Девочка, танцуй, завтра будет солнце. Слезы не к лицу, ему все вернется. Девочка, кружи, все волнуются, очень волнуются. Своим чувством больше не оставишь шанса. Девочка, танцуй. Ну что ж, Ева, я бы и сказал словами вашей песни «Девочка, танцуй». Ну, русско-американская R&B-певица Саша! Градиева! Градиева, ну какая разница, все привыкли, что ты Саша. Ну, Саша Градиева, где тебе такую сетку Фарадея, скажи, это от меня это, вопрос. Это корзиночка для конфет, просто я ее так деформировала немножко. Мне в таком блине салат приносят. Вот. Ты завидуешь? Нет, я восхищаюсь. Ну, я заметил, ты сразу вскочила. Я сразу вскочила, ребят, на самом деле... Ты одним глазом рассмотрела артист. Я расслышала, расчувствовала, потому что, на самом деле, петь под танцевальный бит намного сложнее, да, чем под какую-то акустическую историю. Ты большая молодец. Спасибо. Твой тембр очень красивый, очень оригинальный. И я даже расслышала какую-то нотку гверцетели. Какая-то вот такая вибрация была, такая мягкая, такая бархатная. Ты такая хорошая, ты такая вот в этом костюме, спасибо. Ты такая самобытная. Мне кажется, ты просто готова взорвать наши танцполы и чарты. Спасибо. Браво. Браво. Кстати, я знаю, что Ева Власова участвовала в проекте «Один в один» и делала там Тамару Гверцетели. Ты прямо угадала, может быть, поэтому. Я услышала. Катя Лель встала раньше времени, еще не прошла световая волна. Катя уже вскочила. Опять пришла смс от инопланетян. Вставай, Катя. Нам нужен твой именно голос. Так. Ева, мне очень нравится ваш голос, потому что он с такой хрипотцой крутой. Спасибо большое. Какое-то чуть-чуть смыкание связок, спасибо. Но он такое красивое.
Оно офигенное просто. Я обожаю, когда человек не кричит, когда он не орет, а когда он поет душой и когда он в тренде с тем, что он делает на сцене. Поэтому спасибо вам, что вы есть. Спасибо. Спасибо. Катенька, я не вижу отсюда. Это флаг Венгрии на тебе, да, в платье? Нет? А что это? Это сегодняшнее настроение. Алина Артюкова, ведущая нового радио. Да, не встала. Подозреваю, почему. Я прошу прощения, миллион что я не встала. Миллион раз она слышала эту песню. Да, это мои слова. Стоп. Это мои слова. Действительно, это суперхит нового радио. И я живьем это выступление слышала так часто, так много раз, что мне было очень сложно переключиться на вашу манеру исполнения. Поэтому простите, пожалуйста, у каждого есть любимые голоса. Мне такой не зашел. Вам успехов. Вы невероятно красивая и стильная девушка. Ну, я не удивляюсь то, что Сергей Лазарев стоит, тут можно ничего не говорить. А почему? Вот Ани Лорак я сидит. Потом скажу обязательно. Не хватило мелизмов? Ани? Нет, ну в этот раз, как сказать, пересилило то, что волнение, зажатый звук. И, конечно же, когда ты берешь песню, тем более ее все любят и все. Надо петь по-своему, но при том, чтобы показать себя и чтобы это тронуло. Ну вот меня не тронуло, простите, но в то же время могу сказать, что вы очень искренняя на сцене, вы артистичная, вы лучезарная, и у вас что-то есть такое, чего не было в предыдущих участниках. Они выходили и скромненько стояли, но когда вы вышли, вы как-то собой заполнили сцену. Я вас поздравляю с этим. Спасибо. Ну что ж, поэтому у нас 72 голоса. Оля, я все тебе скажу, если ты позволишь. Сережа, конечно. Да, я не могу не сказать. Ева, мне кажется, что вы себя поставили в такие рамки этой песней. Вы просто себе обрубили голосов 20 точно. Но при этом все равно вы выдержались и вы очень точно и чисто пели. Это здорово, это классно. Вы невероятно стильно выглядите. Спасибо. Но мне кажется, что песня вас в этом плане погубила чуть-чуть. И упростила. Может быть, надо было просто абсолютно другую версию. Может быть, взять и сделать на нее медленную версию спеть. Вот это бы помогло. Потому что в вас есть все. Правда. Сергей, ну все впереди. Ева может еще участвовать в батле. Дай бог. 72 голоса. Ева, занимайте второе место в тройке лидеров. Мы прощаемся.